Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами канал «Заметки нумизмата» и я, Алексей Шлыков. В этом выпуске мы поговорим с вами и разберемся, кто же мы, нумизматы, коллекционирующие монеты для собственного удовольствия, или же инвесторы, которые хотят получить от своих покупок какую-то прибыль в будущем. Поехали! Итак, кто же мы, коллекционеры или инвесторы? Каждый из нас, уважаемые коллеги, несомненно, задумывался, а сколько же стоит моя коллекция? Сколько она будет стоить через год, через 5 лет, через 10? И практически каждый из нас рассматривает свое увлечение не только с нумизматической, эстетической и исторической стороны, но и с инвестиционной. Насколько это правильно, насколько это рационально, мы и попробуем сейчас разобраться. Всегда и во все времена, конечно же, самым главным инвестиционным инструментом было золото. И золотые монеты в качестве инвестиции популярны и по сей день. Решив вложить свои деньги в золотые монеты, вы должны четко понимать, кто вы и чего хотите. Вы коллекционер или инвестор? Ваши покупки – это покупки именно в коллекцию или же это преобразование денег в металл? Почему это важно? Ну, приведу пример. Перед нами, вот вы видите сейчас на своих экранах, две золотые монеты, две 5-рублевые монеты. Одна времен правления Николая II, вторая времен правления Александра III. Почему же на данный момент, вот на апрель 2019 года, средняя цена Николаевской пятерки 12-13 тысяч рублей, а цена же Александровской значительно больше 30 тысяч? Конечно же, 5 рублей Александра III крупнее Николаевской пятерки, но только ли в этом дело? Конечно же, нет. В случае с Александровской монетой играет роль ее нумизматическая ценность, обусловленная малым тиражом и, как следствие, более редкой встречаемостью. Цена же 5 рублей Николая II простого года зависит от цены на золото на данный момент, плюс незначительный процентный коэффициент. Так что же получается? Какие выводы мы делаем? Покупка 5-рублевки Александра III – это покупка нумизматическая. Цена со временем, конечно же, может и вырасти, но может и упасть в связи с экономической ситуацией на данный момент. Покупка же Николаевского 5-рублевика вполне может считаться и рассматриваться как нумизматической покупкой, так и инвестиционным вложением. Что же касается серебряных монет, ну, покупка серебряных монет – это чистая нумизматика. Опытный нумизмат со стажем со мной, конечно же, согласится. Цена на серебряные монеты непредсказуема, и гарантии ее стабильного роста не существует. В 2012-13 годах цены на серебряные рубли 18 века достигли пика. И, например, рубль Иоанна Антоновича в среднем состоянии стоил от 600 тысяч рублей. Цена за 1 миллион за качественный экземпляр была в порядке вещей. На данный же момент хороший качественный рубль данного правителя вполне можно приобрести за 300-500 тысяч рублей. Поменяется ли цена в ближайшее время – неизвестно. Какие же выводы из этого стоит сделать? Занимаясь коллекционированием, конечно же, стоит обращать внимание на цену предмета. Чем выше качество вашего приобретения, тем выше шанс роста его цены в дальнейшем, впоследствии. Но как чистую инвестицию такую покупку рассматривать, конечно же, не стоит. Если вы рассматриваете покупку монет как средство сбережения и приумножения капитала, то ваш путь – это покупка золотых монет. И чем проще монета и ниже ее коллекционное качество, тем выгоднее такое приобретение. Ведь вы покупаете металл, и нумизматическая, историческая и художественная составляющая лишь повредит вам, увеличивая стоимость приобретенного материала. Подумайте над этим, сделайте выводы и решите, кто же вы – коллекционер или инвестор. А я с вами прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До встречи!